Глаголы с приставками. Запоминаем глаголы с приставками вместе с вашей школой Language Monster. Das ist Maria. Sie ist verliebt. Sie macht das Buch auf. Sie liest ein Rezept vor. Sie hat etwas vor. Sie macht das Buch zu. Sie hat etwas vor. Er steigt in den Zug ein. Er steigt aus. Er steigt um. Er steigt in den Bus ein. Er steigt gleich aus. Er ruft einen Freund an. Kannst du mich abholen? Ja, klar. Ich hole dich gleich ab. Sein Freund holt ihn ab. Sie hat etwas vor. Sie will sich schön anziehen. Ich ziehe ein Kleid an. Obwohl, nein. Ich muss zuerst mein Gesicht waschen. Oh ja. Jetzt ziehe ich mich schön an. Oh, nee. Das sieht nicht so gut aus. Ich ziehe mich lieber um. Oh, nee. Das passt auch nicht. Zu kurz. Zu elegant. Nein, noch zu früh. Das sieht gut aus. Er arbeitet zu Hause. Sie hat etwas vor. Er soll mich begehren. Sie will ihn anrufen. Gleich ruft sie ihn an. Sie bereitet sich vor. Sie macht den Laptop auf. Sie schaltet ihn ein. Sie startet Skype. Sie ruft ihn per Skype an. Er antwortet. Er verliebt sich sofort. Er lädt sie zu sich nach Hause ein. Sie fährt los. Er bereitet sich vor. Er macht sich hübsch. Ist sie angekommen? Ich muss ihr die Tür aufmachen. Ich bin da. Er macht die Tür auf. Sie kommt rein. Er macht die Tür zu.
Ich bin verliebt. Ich habe ein Geschenk für dich. Er macht das Geschenk auf. Er ist überrascht. Sie setzen sich gemütlich auf das Sofa. Sie schaltet das Licht aus. Sie schaltet den Fernseher ein. Sie schauen einen Film. Sie schlafen ein. Sie wachen auf. Sie stehen auf. Sie bereitet das Frühstück zu. Er kommt in die Küche. Das schmeckt so gut. Du bist ein Schatz. Du musst bei mir einziehen. Du musst sofort umziehen. Друзья, вы посмотрели историю про Алекса и ведьму, которая его очаровала, и заодно потренировали глаголы с отделяемыми приставками. Сейчас нам необходимо будет их повторить. Ой, минуточку! Но-но-но! Итак, а сейчас давайте повторим их. Итак, давайте сначала повторим глаголы einsteigen, aussteigen и umsteigen. Это глаголы с отделяемыми приставками, поэтому ударение падает именно на приставку. Итак, einsteigen – это входить или садиться в транспорт. А сейчас представьте себе ситуацию, вы стоите перед транспортом, не можете зайти в него и хотите спросить кого-то. Вы садитесь в транспорт. Итак, скажите это предложение, поставьте видео на паузу и скажите. Готовы? Steigen Sie ein? А сейчас спросите, когда мы выходим? То есть, когда мы выходим из транспорта? Поставьте также видео на паузу и задайте вопрос. Готовы? Wann steigen wir aus? А сейчас ответьте и скажите, мы сейчас выходим. Сейчас это gleich. Поставьте также видео на паузу и скажите это предложение. Готовы? Wir steigen gleich aus. Следующий глагол umsteigen. Пересаживаться. Сейчас задайте вопрос, спросите. Когда мы пересаживаемся? Поставьте видео на паузу и спросите. Готовы? Wann steigen wir um? Следующий глагол abholen. Забирать. Например, забирать кого-то откуда-то. С вокзала, например. Задайте вопрос. Ты меня заберешь? Поставьте видео на паузу. Готовы? Holst du mich ab? Ответьте и скажите, я тебя заберу. Готовы? Ich hole dich ab. Следующий глагол losfahren. Выезжать. Представьте себе ситуацию, вы хотите быстрее выехать из дома и спрашиваете, когда мы выезжаем? Задайте вопрос, поставьте видео на паузу и спросите, когда мы выезжаем? Готовы? Wann fahren wir los?
Ответьте и скажите: мы сейчас выезжаем. Готовы? Wir fahren gleich los. А сейчас обратите внимание, в немецком языке есть слово gleich и есть слово jetzt. И оба они переводятся как сейчас. Но gleich — это не прям сейчас, сию минуту, а вот сейчас я собираюсь что-то сделать. А jetzt — это сейчас, прям в этот момент. Посмотрите, например. Kommst du? Ja, gleich. Nicht gleich, jetzt. Ты идешь? Да, сейчас. Не сейчас, а прямо сейчас. И сейчас давайте перейдем к следующим очень важным глаголам и потренируем их. Это возвратный глагол sich anziehen. Если вы забыли, что такое возвратные глаголы и как они изменяются, то вам необходимо посмотреть наше видео «Возвратные глаголы». Итак, глагол sich anziehen – одеваться. Спросите: ты одеваешься? Поставьте видео на паузу и задайте этот вопрос. Не забывайте о том, что это возвратный глагол с возвратным местоимением sich. Итак, готовы? Ziehst du dich an? А сейчас скажите: я сейчас оденусь. Мы помним, сейчас — это gleich. Готовы? Ich ziehe mich gleich an. А сейчас посмотрите на следующий глагол. Anziehen – это обычный глагол. Надевать. Etwas anziehen – что-то надевать. И сейчас скажите: я надеваю куртку. Куртка – это die Jacke. Готовы? Ich ziehe die Jacke an. И сейчас скажите: затем мы выезжаем. Как будет выезжать, вы уже знаете. Это losfahren. Итак, готовы? Dann fahren wir los. Es ist zu heiß. И представьте, что на улице слишком жарко, и вы хотите сказать: я снимаю свою куртку. Снимать – это ausziehen, etwas ausziehen, что-то снимать. Etwas – это что-то, и ausziehen – снимать. Итак, скажите: я снимаю свою куртку. Готовы? Ich ziehe meine Jacke aus. Следующий глагол – глагол ankommen – прибывать. Например, прибывать домой, прибывать на вокзал и так далее. А сейчас спросите: когда вы прибудете? Готовы? Wann kommt ihr an? И сейчас посмотрите, как же будет раздеваться. Раздеваться – это sich ausziehen. Это также возвратный глагол. И сейчас скажите: я раздеваюсь. Готовы? Ich zieh mich aus. А как же сказать переодеваться? Переодеваться – это sich umziehen. Это также возвратный глагол. Скажите: я переодеваюсь. Поставьте видео на паузу и скажите: я переодеваюсь. Готовы? Ich ziehe mich um. А сейчас внимание. У нас есть еще один глагол. Глагол umziehen. Это обычный глагол. И означает он переезжать. И, например, если мы хотим сказать: я переезжаю, то мы скажем: ich ziehe um. Посмотрите, я переодеваюсь – это ich ziehe mich um, возвратный глагол. А просто я переезжаю – это ich ziehe um или ich ziehe nach Deutschland um. А сейчас давайте потренируемся. Задайте эти два вопроса. Ты переодеваешься?
И далее спросите «Ты переезжаешь?». Поставьте видео на паузу и спросите эти два предложения. Готовы? Ziehst du dich um? Ziehst du um? И последние глаголы, которые вам просто необходимо знать в повседневной жизни, это einziehen, въезжать, например, въезжать в новую квартиру, ausziehen, съезжать, например, со старой квартиры, и umziehen, переезжать, это вы уже знаете. Итак, а сейчас задайте вопрос, спросите, когда ты переезжаешь? Wann ziehst du um? Скажите, я скоро переезжаю, скоро bald. Готовы? Ich ziehe bald um. И сейчас спросите, ты заселяешься в выходные? То есть, ты заселяешься в свою новую квартиру в выходные? В выходные am Wochenende. Задайте этот вопрос. Готовы? Ziehst du am Wochenende ein? И, например, можно ответить Ja, ich ziehe am Wochenende in meine neue Wohnung ein. Да, я въезжаю в выходные в свою новую квартиру. А сейчас задайте вопрос, когда ты съезжаешь, например, со своей старой квартиры? Когда ты съезжаешь? Задайте этот вопрос. Готовы? Wann ziehst du aus? И также можно, например, ответить, я съезжаю в выходные. Ich ziehe am Wochenende aus. И можно сказать, Ich ziehe am Wochenende aus meiner alten Wohnung aus. Я съезжаю со своей старой квартиры в выходные. Друзья, сегодня мы потренировали с вами очень важные глаголы с приставками. И мы не просто их выучили, а мы их тренировали, потому что знание глаголов и тренировка – это две разные вещи. Если вы знаете просто глагол и не используете его в жизни, то научиться говорить будет сложно. И очень важно именно использовать выученные слова в речи. Поэтому тренировка – это очень важно. Тренируйтесь, и вы заговорите очень быстро. А сейчас переходите к следующему заданию.